0,5 водки могу. Какой? Праздничный. Ты ебанутый, что ли? Не, Лёха, сегодня суббота. Начинаем влог. Видите, я уже опять в зимней куртке. Сегодня суббота и похолодало. Плюс 3 градуса, дождь. Придает все снегом. Идет дождь, моросит. Ну и прохладно. Сейчас, короче, иду на остановку, еду до Семеновска, метро Семеновская. Торговый центр как раз он, по-моему, Семеновский называется. Там с Юлькой встречаемся, она сегодня на учебе. Ну, она через 10 минут должна закончить, а я когда опаздываю. Просто камеру забыл. Не буду же я на смартфон снимать. Все, я сказал, иду на остановку. Желательно маршрутка, ну, если не будет, придется ехать на авто, на трамвае. 11-й, по-моему. Ну, Юльке придется подождать. Ну, она в торговом центре меня подождет. Хотя если с кино сходить, ну и сейчас там вообще ничего нет. Хардкор, ну хардкор мы уже посмотрели. Не знаю, что до хера кто его засирает, нормальный фильм. Я, кстати, не знал, что типа Мамбетов там этот, участвовал в продюсировании. Ну ладно. Ждем в открытом доступе, ну точнее купить где можно. С переводом Гоблина. На месте ехать 5 минут. Первый раз так быстро доехал. Офигеть, я сам офигел. И уже там она ее просто на 10 минут раньше отпустили, но она мне что-то не звонила. Короче, сейчас встречаемся там. Все, я иду, иду. Тут грязище. В торговом центре. Привет, привет. Привет. Короче, мы смотрим, что нам посмотреть. Кронверки на Семеновской в торговом центре. Там что-то вообще какая-то одна шляпа, нам очень понравилось. Мы думаем дойти через дорогу. Мы что выйдем? Или там? Короче, идем мы в Родину. Там посмотрим, что есть. Что-то на сайте вообще ничего не пишет, типа он не работает, ни хера там. Не знаю, сейчас дойдем, посмотрим. Короче, мы гуляем тут по этой площади Семеновской. Ну, около метро Семеновской, короче. Короче, кинотеатр Родину. Родина. Закрыли. Все лишь. Мы только там один. Два раза там были. Смотрели какой-то фильм, блин, я не помню. И когда мы закончили, что за фильм смотрели? А, «Город грехов 2». И смотрели недавно «Зверополис» мультик. Вон, кстати, табличка висит. Кстати, он закрыт с 21 марта, блядь. Хуй знает насколько, блядь. Там просто какого-то 20 апреля, но потом там зачеркнуто, размыто, блядь. Хуй знает. Сейчас мы пойдем в торговый центр, там будем блудить. Попили сейчас сидру. Ну, покажи бутылочку. Название. Вот. Ну, людям покажи Strong Goblin. Вроде ничего такое. Яблочный сок. Сидорок. 57 рублей 0,4. Как-то не привет, не здрасте называется. 0,4 за 57 рублей. Короче, мы не скажу, где вы угадаете. Последняя, точнее, первая буква М. Все, типа, 4 буквы, и между ними что-то. И последнее. Давайте пишите в комментариях. Сейчас минуточку ждем, пока Юльки ест. И будем... Короче, минут прошла, грубо говоря. Да. Короче, мы в Мумунице. Блин, мы в Семеновск еще зашли. Вкусно покушали. Да и Юлечки мы взяли. Это остатки Цезаря. Юлька у меня любит Цезарь. Ладно, сведения. А я взял картошку с грибами. Хотел картошку мятую, но не было. Любил вот селедочку. Тут у нас сок. Тут вода. Это Бонаква, по-моему. Ну, ел, зайчик. Давай, Юлька вам передает привет. Ну, привет передай и все.
Ты можешь камеру смотреть, а не на меня? Ладно. Короче, мы сидим, отдыхаем. Уже 7 час. Все, давай. Бензин 0,5. 0,5 водки мы будем. Какой? Праздничный. Ты ебанутый, что ли? Не, праздничный тоже хорошую водку, но не до сейчас. А, я перепутал. Не праздничный, а столичная. Праздничное говно палёное. А мы выпили цацкой 0,5-шку. Перекусик. Так от души, блядь, я сейчас зову. Мамушечку нам дали. Пойдем. Правда, майя. Сука, дали, блядь. Я сходил 2 раза на кассу, и мне два раза дали по 1 конфете, то есть 2. А раньше давались вдвоем. По 2 конфеты. По 2 конфеты. Может, просто надо было вдвоем идти? Наверное, они кинули 2. Я бы ему обоссал ебальник, если бы. Твари. Короче, мы идем сейчас в трусопед. Пешком домой? Пешком? Ну да. Ну, ты башка у тебя не отмывает? Короче, мы идем пешком на трамвае пешком. Доброе утро. 12, блядь. Доброе утро в 12. Короче, мы проснулись. А, я еще немножко сплю, кстати. Глаз все засыпает. Идем мы с Юлькой гулять. Сегодня потеплее, чем вчера. Дождя нету. Круто. Да, Юль? Да. Ты? Ну, она, Юль, у меня сегодня не настроение. А у меня настроение есть. Надо водички сейчас взять попить, да? Да. Птишечку. Короче, вроде собираемся до ВДНХ. ВДНХ. Ладно, все. По дороге будем что-нибудь интересное снимать. Жидок. Мы уже трамвайчики. На машинку мы немножко опоздали. Да ладно, не изменяй. Короче, едем на ВДНХ. Солнце вообще прибегает жестко. Стоим, едем. А мы тут с Юлькой находимся в австрийском городке. Как? Не помню как. В австрийском городке. Тут дома такие прикольненькие. Деревцы такие сухие. Не знаю, что они стоят. Выпили давно уже. Красиво. Люди ездят на всем подряд. А мы идем. Мы никогда ни на чем не поедем. Ну ты иногда ездишь на вечерами. Чем? На чем? Ну не иногда, а частенько. На чем? Галопом. Пошел в жопу. Да что, я велик заберу у своих и давай купим багажник и все. Багажник 1500 стоит, будет тебя возить. Садить, нет? Да. Дыка не сел, лучше не. Вот смотрите, ну это какой-то совдепский, нет. Вот это прикольно. А тут что, газон пати? Идем мы вглубь. Короче, никто не догадался, мы на ВДНХ. С обратной стороны. ВДНХ. Никто не догадался, просто уже сказал. Или я бы вот если это показал, я бы хуй знал. Ладно. Идем еще. Короче, мы еще гуляем по парку. А, это парк или что? Нет, это выставочный. Короче, ВДНХ. Центр. Чего? Тут такие домики. Он уже 9-этажка стоит. А, мы идем. Там что там, озеро или болото какое-то там было? Туда мы пойдем, да? Да. Будем плавать. Илька щукарем сбегала. Погнала. Ладно. Походу вообще сексуально, я бы сказал. Кот просто выпил банку пива, но уже все нормально. Все, ну вот. Ну и вот в носу. Короче, зашли мы в рыбацкую деревню. Вот тут вообще круто. Круто, круто, круто. Это ВДНХ. Кто не знал, вот он пруд, там уже, кстати, ловят.
И смотри, такую вот эту фигню может посадить. Они где-то там платят, да? Ну, да, естественно. Где-то, ну, естественно, рыбу тоже сюда, как это, запускают, а за нее надо деньги платить. Хотя, на небо сегодня потом ее отпускают. Минералочки потом еще взял. И прям щекарем с этого с мостика. Ой, меня! Не, ну, конечно, на таком пруде. Причем, по-моему, ничего там не клеилось. Не, ну прикольно посидеть, да? Угу. Вон, на полян. Вообще сил пивасика взял, сидишься. Рыбку ловишь. Направо. Он закрылся, и тебе никто не это. Да, там нормальная такая полянка. Круто. А я думал, это короткий, смотри, он длинный. Как речушку сделать, типа. Прикол вообще. Ты знал, что это такое? Обалдеть. Короче, это рыбацкая деревня в ВДНХ. Блин, надо сходить. Пока еще, конечно, не все открыто. Там как-то при начале вообще народа нету. Вот где, да, ручку. Ну да. Тут, наверное, и удочку дадут. Хотя лучше, я думаю, купить. Ну, телку свою рыбу. Оп. И помал. Да. Вот, да, ВДНХ. Короче, цены там нормальные такие. Там сауна есть, девочки, все как полагается. Рыбалочка, водочка. Цены прям чисто. Ну, кстати, я, кстати, не буду рекламировать ни хрена. Перебился. Ну, я просто скажу, где находится, на ВДНХ. А я точные координаты не знаю. Все. А вот и коняшки. Да, вообще крутое место, Маша, да, на воды? Короче, сейчас мы идем. Есть. Только не знаю где. Жрать охота, что-то пиздец. Ты тоже? Да. О, в GTA такая миссия была. Там, короче, 4 чувака набирается, и вы должны героин там по району собирать в пакетах мусорных. И там это, перестрелки. Надо сюда музыку еще наложить из GTA. Короче, идем мы искать что-нибудь трепануть. А, ну вот это коняшевский идет. Ну, проехал, стиранул. Поэтому страйк не кинул. Короче, ракета, вертолет и Як-42. А это Ми-8, по-моему. А, ракета «Восток» Делтонка. Дедушка! Меня что? Короче, идем мы пожрать. А, я уже, наверное, говорил, да? Да. Ну и хер с ним. Короче, идем мы пожрать. Жрать охота вообще. А тут, блин, в центре, точнее, ну, в смысле, на самом ВДНХ цены такие. Так что идем мы более подальше от ВДНХ. Где-то около выхода. Хотя тут особо и жрать не... нет. В том году было больше мест, где пожрать, да? Эти всякие перевозные херни, бля. Да, кстати, их нет. А сейчас вообще нету ничего. Хотя, где мы сейчас сидели, там тоже это далеко от центра. Страйк не от Ютуба, не хочу. А вон кукуруза мапуза, бля. Все, пошли мы, короче. Жрали. Горячая кукуруза. Ну только очередь две витушки является. И цена, Юлик. Ну-ка обозначим. 120 рублей? На вокзале и то дешевле, блядь. Ебануться, блядь. Пусть они свою кукурузу тухлую в очко себя заспихнут. Кормовую, блядь. Все, короче, я расстроился, идем. Короче, сейчас вот такой ржачий был просто. Идем мы с Юлькой до дома, блядь. Ну просто прогулимся. Стоит мужик в наушниках такой, ну типа спортивный, там, парниша, ну, наверное, не ровесник. И хуячит, блядь, Балтику-девятку. Я усался, когда он начал еще плевать ей. А потом я увидел его самокат, я вообще выпал, блядь. Просто у него жажда замучила.
он до блевоты начал хуячить. Да, я тебе поэтому и хотел сказать, пустим, что он пьет. А потом я увидел этот самокат, это вообще пиздец. Да еще попью. Обосрался там, блядь. Все. Короче, мы гуляем, я уже вообще усался. О, бздануки. Харьки, бля, ебаные. Это 18-й день нашего маршрута. Шутка. Короче, мы от ВДНХ идем в сторону Преображения. Бля, я не знаю, сколько мы вышли, но я уже так заебался, блядь. Еще солнце, в 5 часов вечера такое солнце палит, что пиздец. Я не знаю, сколько еще градусов, мне кажется, градусов по 20. Худеем, так называется. Ладно. Мы идем, тут какой-то торговый центр нашли. Лада деталь называется.